Казахстанские и корейские бизнесмены активно сотрудничают в области энергетики. Как результат, три совместных отраслевых проекта. Сегодня в Назарбаев-университете ученые и предприниматели двух стран обсуждали дальнейшие пути партнерства. И еще накануне проведения выставки «Экспо-2017» наградили студентов-авторов лучших технических эссе по энергии будущего. Они теперь смогут пройти стажировку в передовых корейских компаниях. Мы организовали такой семинар для того, чтобы обменять передовые технологии и опыт нашим корейским бизнесменам, нашим казахстанским коллегам. И я надеюсь, что это помогает для улучшения отношений. Мы работаем над хранением энергии большого, крупномасштабных энергетических таких батарей. И Казахстан, и Корея могут использовать ветровую энергетику. Для этого батареи уже разрабатываются. В нашем университете есть, у нас, у студентов есть возможность работать в лаборатории, которая занимается этим вопросом.